Возле памятника Салавата Юлаева планируют построить опоры для скоростного спуска по стальному канату. Проект получил название «Зип-лайн парк». Инвестором выступает компания «Air Park». Первую очередь проекта планируют запустить в середине мая. На этом этапе инвестор намерен установить 3 металлические опоры и соединить их тросом. На это потребуется порядка 4 миллионов рублей. Максимальное расстояние между стартовой и финальной точкой аттракциона – 250 метров. Стартовая площадка находится на смотровой площадке. Отсюда будет старт в сторону частного сектора. С частного сектора мы перелетаем к памятнику Салавата Юлаева. И от памятника Салавата Юлаева обратно возвращаемся к смотровой площадке. Второй этап проекта планируют запустить в 2024 году. Инвестор протянет канат длиной 700 метров от парковки рядом с памятником Салавату Юлаеву до набережной реки Белой. Перепад высот между двумя точками составляет порядка 80 метров.